О помощи и поддержке, оказанной бизнесменам в прошлом году, говорили представители Палаты предпринимателей Южно-Казахстанской области на отчетной встрече. Специалисты отмечают, что обращений со стороны предпринимателей стало больше. Чаще всего у тех, кто занимается собственным делом, возникают проблемы с вопросами налогообложения, земельных отношений, разрешительных процедур и законности проверок госорганов. За 2015 год мы защитили права 128 предпринимателям. И если посмотреть по цифрам, мы сэкономили у наших предпринимателей порядка миллиарда тенге. То есть это большой показатель. По защите прав предпринимателей мы запустили два проекта. Первый проект – это контактные группы. Контактные группы – это где мы в каждом госоргане определили ответственных людей, которые без бюрократических проволочек, то есть без лишних переписок, мы могли решать вопросы. Мы инициировали, чтобы в каждом госоргане определили конкретных людей, с кем мы можем связаться. Вместе с тем эксперты разработали электронную карту свободных и дефицитных мощностей области. Здесь вся информация об энергетическом потенциале каждого района, города и села. Карта позволяет предпринимателю за считанные минуты выявить территорию с возможностью присоединения к сетям и узнать, позволяют ли существующие мощности строить новые производства. Этот проект не имеет аналогов в Казахстане. Директор Палаты предпринимателей также добавил, что в скором времени Шымкент присоединится к 4 пилотным проектам в Мангыстауской, Актюбинской, Кызылординской и Алматинской областях. Там будут выдавать микрокредиты для МСБ в размере 600 миллионов тенге со стороны Национальной палаты предпринимателей и местных бюджетов. Прорабатываем вопрос о том, чтобы и в нашей области также был дополнительный финансовый инструмент, который уже представляет Палата предпринимателей. Мы сейчас совместно с Акиматом области ведем эти переговоры и планируем, что после того, как успешно начнутся в других областях, следующей областью будет и наша область, где мы можем уже, может быть, под лучшие условия, даже лучше те, которые сейчас есть, мы могли бы финансировать проекты, особенно начинающие, особенно вот на районном уровне, больше охватить начинающих предпринимателей и создавать новые проекты. Во втором квартале уже, я думаю, будут хорошие результаты, и мы тоже сможем войти в эту систему кредитования. Палата предпринимателей намерена продолжить сотрудничество с государственными органами, банками второго уровня и финансовыми институтами. Эксперты уверены, что только четко налаженное взаимодействие позволит решить проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели.